Танюша увидела в аэропорту, мы давно знакомы, но они с группой клоунов встретили нас, представляете, мы выходим, у нас группа большая, и нас так встретили радостно, давно так не встречали нигде. Вот клоуны с цветами так жизнерадостно, и началась наша не работа, а скорее это отдых познавательный, все разбежались по музеям, по всяким точкам, каждый день говорим, где что интересного видели в Екатеринбурге. И, в общем, еще вот эти два дня, особенно молодежи, это интересно, я там везде, наверное, побывала. У вас родственников же здесь много? Да, и в Ельцин-Цементе я вообще везде побыла уже, и в пригороды поездила. Так что сюда приезжаем, уже в любимый город, и еще я рядом жила, в городе Кургане. Поэтому тоже такое родное, близость такая приятная, поэтому мы с радостью все собирались с театром. Нам завидуют те, кто не поехали. Вот так все было в прошлом году здесь спектакль «Пьяная», вот кто видел, да? Так что мы, наверное, протопчем сюда тропу и будем каждый год ездить. Мы раньше пофигели. И маска нас получает. Ну, у нас тропа-то дальняя вообще там. В ДТ мы возили большими гастролями. Помните, у нас было 16 спектаклей, еще Кирилл Юрьевич положил нашего университета. И мы очень дорожим. 16. Родители, я не помню. Нет, я помню, как мы вас встречали. У вас точно так же была жара в июне, а у нас снег пошел. И все вышли в сланцах. Я помню, березы уже так на голову, и все уже вместе, когда вспоминаем этот. У вас очень любят, вот запомните. Взаимно. Любим и всегда рады видеть. Пожалуйста, Василий Робертович, да, пару слов и к вопросам перейдем, потому что я знаю, что вопросов очень много. Ну, Екатеринбург – это мой родной город. Я сюда приезжаю просто на родину, на могилу мамы, и поэтому это для меня поездка не только с спектаклем, но даже больше всего – это возвращение на родину. А вот я встречаюсь с друзьями, я съездил на могилу. Ну и, конечно, самое главное, конечно, это спектакль, который мы сегодня вам покажем. Я все пожалуй. Про спектакль, наверняка, вопросы и будут. Я предлагаю вопросы переходить. Уважаемые коллеги, к сожалению, в силу подробности и очень плохого графика мы работаем в рамках премьера, когда мы были 15-20 минут, обычно пообщаться в режиме вопросов-ответов. Пожалуйста, поднимайте руку, те, кто хочет задать вопросы, вам передали микрофон.